Гречники – это традиционный русский способ подать гречневую кашу к щам или борщу. Такие гречники или грешники продавались на столичных улицах в разнос, горячими и политыми постным маслом. Сегодня я расскажу вам, как приготовить гречники. Блюда русской кухни – обжаренные на сковороде или в печи лепешки из гречневой каши размазни. Перед приготовлением обязательно переберите крупу, очень тщательно промойте, часто попадаются мелкие камешки. Варите гречку, всегда заливая кипятком или бросая крупу в кипяток. Это самый лучший способ сделать кашу вкусной. Солить нужно воду, а не кашу. Зная такие маленькие секреты, ваши блюда станут еще лучше. Удачи! 1. Подготовьте продукты. Гречневую крупу переберите, промойте хорошо, откиньте на сито, чтобы стекла вода. 2. Залейте гречку кипящей водой, посолите. Накройте плотно крышкой и томите на минимальном огне 1 час. 3. Каша готова. 4. Всыпьте в горячую кашу муку и быстро перемешайте ложкой. 5. Смажьте пергамент растительным маслом. Утрамбуйте плотно кашу слоем в 1 см 5 мм, разровняйте ложкой или лопаткой. Поставьте в разогретую духовку, 120-130, на 10 минут. Остудите. 6. Перед подачей порежьте гречники на квадраты, у меня получилось 6 штук, и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. 7. Гречники готовы. 8. Угощайтесь.